Аркадий Журавлев, заслуженный артист Республики Крым, художественный руководитель вокального ансамбля «Джаз Рандеву». Аркадий Егорович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы поживаете? Как началось ваше утро сегодня? Поживаю замечательно. Утро мое началось рано благодаря компании «Крым», потому что наша семья артистическая, и мы поздно возвращаемся с концертов частенько, с репетиций, и мы и ребенка так перестроили, что мы ложимся спать достаточно поздно, ну и встаем, соответственно, тоже позже обычного. Ну, Аркадий Егорович, я вот даже слышу у вас в тембре такие утренние басовые обертоны. Недавно проснулись. Басю, да. Утром особенно, конечно. Скажите, какие вы используете методы гимнастики голосовой? Вот утром, чтобы размяться, чтобы зазвучать хорошо. Есть способы какие-то? Ну, все разминки происходят только в практике. Для того, чтобы запеть, нужно петь. Аркадий, это самое главное. А чем вы будете тогда сегодня радовать? Вы говорите, что главное – запеть. Может быть, мы вместе с вами споем? Непременно споем вместе, когда у нас возникают какие-то задачи. Я очень люблю что-нибудь взять и быстренько написать. Сегодня я встал с утра и переделал несколько строчек из известной песни, но припев будем петь вместе. Попробуем. Пора порадуемся на своем веку, красавице и клубку счастливого плинку. Пока-пока покачивает перьями на шляпа, судьбе не раз шепнем мерси боку. Уже месяц в изоляции, уже у нас галлюцинации. Я Д'Артаньян, а ты Констанция, но с соблюдением дистанции. Пора, порадуемся на своем веку, красавице и куку, счастливому пинку. Пока-пока покачивает перьями на шляпа, себе не расшипнем мерси-боку. Нужны артисту деньги сыновей, а зрители ему нужны тем паче. Ведь что артист без зрительской любви, по жизни с песней так или иначе. Порадуемся на своем веку, красавице и куку, счастливому пинку. Пока-пока покачивая перьями на шляпа, себе не расшипнем мерси боку. Супер! Спасибо большое. Особенно, так сказать, новые слова, они прямо в жилу настоящего дня. Аркадий Егорович, мы надеемся, что совсем скоро все это закончится, и самоизоляция, и все такое, связанное с этим. Какие-то новые творческие планы есть у вашего коллектива? Ну, режим изоляции, наверное, скоро закончится. Мы очень на это надеемся. К сожалению, массовые мероприятия начнутся не скоро. В этом мы уверены, потому что общемировая тенденция пока такая. Вот. Но, естественно, мы придумываем новые песни. И как только у нас появится возможность собираться вместе на репетиции, мы начнем эти репетиции, начнем готовиться к новым выступлениям, которых очень сильно ждем. Ну, мы тоже с нетерпением ждем. Кстати, вот буквально сегодня мы с Антониной обсуждали тему того, что многие известные мировые звезды выступили в таком онлайн-концерте. Не думали вы сделать такую, вот, грубо говоря, такую онлайн-трансляцию, где каждый бы из своего дома мог бы что-то или вместе исполнить?
Мне кажется, насчет как раз ваш коллектив один из самых передовых, и он, скажем, мог бы вполне это потянуть. Насчет трансляции я не знаю. Технически я задаю вопросы, как возможно ли это. Вот, пока ответа нет. Но вот такой кризисный клип каждый из дома мы хотели бы записать, и мы уже приступаем к этой работе. Есть замечательная волшебная песенка «Бамблби» такая, и великолепно она звучит. И вот хотели бы попробовать записать ее. И вот в таком варианте, домашнем, да, хотя бы, чтобы она увидела свет. Ну что же, пожелаем вам удачи в этом начинании. Спасибо большое, Аркадий, что подняли настроение нам, нашим зрителям. И я напоминаю, что на связи был Аркадий Журавлев, заслуженный артист Республики Крым, художественный руководитель вокального ансамбля «Джаз-рандеву».